Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем играть в Steering Abyss. Я так понимаю, мы сейчас уже подходим практически к завершению игры. Между сериями я сходил на два дополнительных задания, соответственно, залутал советский тайник, ну и здесь ресурс получил. Ничего там особо интересного не было, только было сообщение, что капитан советских подводников, к сожалению, не вернулся там из какой-то операции, и ими сейчас командует оставшимися советскими подводниками не совсем такой адекватный товарищ, про которого мы читали, к сожалению, я сейчас на память не могу сказать. Также в одной из, ну как раз вот в советском тайнике мы получили подводную пушку, которая наносит 63-78 урона, но при этом только один заряд в ней. Стандартный гарпун 35-41 урон наносит, то есть практически в два раза больше урона, но только один выстрел. Также получили мы здесь немножечко мякоти пустоты. Ну, собственно говоря, все там кубики на удачу мы зафейлили. То есть два раза я перебрасывал, два раза неудача. И поломали ресурсы советские. И, соответственно, когда ходили за ресурсами, уровень порч себе повысили. В общем, беда сплошная. Ну да ладно, у нас есть три мякоти. Мы, в принципе, сейчас можем кого-нибудь мутировать и повысим вот наших двоих товарищей. Здесь есть у нас оккультист. Эксперт в области, то есть это можно ставить клеймо на противника, и все другие враги будут его атаковать. Но за это придется расплачиваться рассудком. И есть лингвист. Чертит защитный символ величия на любой цели. Каждый, кто такую цель, дезориентирован в видении по великим прошлых эпох. Я вот это возьму, потому что вот этот шаман, или как он называется, оккультист, у нас вот у другого научного сотрудника есть, у Рэйчел. Давайте Холли Джейкобс у нас будет лингвист. И повысим ей еще мудрости. А, давайте, она у нас из пушки стреляет. Мудрость ей понадобится, так как мудрость точность добавляет. И повысился у нас наш повар, кок Джеффри Уотсон. Здесь есть быстрота, плюс 15 скорость движения. То есть он, я так понимаю, дальше будет передвигаться. Либо же спонтанная мутация. Еще плюс одну мутацию можем ему выдать. В принципе, он у нас... Садизм, нет... Стратег, головорез, морпех. Дальше бегать, в принципе, достаточно полезная способность. Но, с другой стороны, можем что-нибудь очень крутое поймать на мутациях. Давайте я, наверное... Хотя тут, смотрите, стойкость... Нет, ловкость. Стойкость, защита. Он достаточно верткий у нас. Давайте, наверное, мутацию все-таки возьму и возьмем ему мудрость, сила. Он у нас сейчас тоже с гарпуном, но, в принципе, в ближнем бою тоже может сражаться. Давайте ему еще стойкость повышу. Максимально танковать будет он у нас. Так, психическая сила, кстати. Когда разум теряет связь с действительностью, тело обретает нечеловеческую силу. Базовый урон в ближнем бою увеличивается на 5% за каждые 5 единиц рассудка ниже 50 или зеркало реальности. Отражает часть всего получаемого урона, нанесшим его врагам. Будучи атакован, мутировавший мозг наносит удар сквозь бесчисленные измерения, чтобы отомстить. Но это, кстати, тоже неплохо. А это, и это не активный, да, я так понимаю? Да, это пассивный навык, то есть он всегда отражает. Просто вот эта психическая сила, она не всегда будет работать. Вот сейчас, допустим, она вообще не работает. И 5% за это не так много на самом деле. Это надо какому-нибудь персонажу, у которого очень много рассудка. Допустим, рассудка 100, допустим. Вот тратить все это дело на какие-то способности, и он потом еще в ближнем бою больше урон будет носить. Давайте зеркало реальности. Пускай всегда 40% отражает, то тем более у нас в ближнем бою достаточно часто сражается. И, соответственно, это будет достаточно полезно. В принципе, неплохая мутация. Ну, давайте, наверное, еще вот этому научному сотруднику нашей Холли Джейкобс тоже одну выдам мутацию. Просто у всех по две, а у нее всего лишь одна. Давайте ее тоже мутируем. Второе сердце. Медленно регенерирует процент получаемого урона. Или восставших из мертвых. Становится здоровье, когда наносит урон другим. Но это от урона, это просто пассивно. Медленно регенерирует процент полученного урона. Регенерация 20. Или восставший из мертвых. В принципе, и то хорошо. Давайте восставший из мертвых.
То есть здесь немножко непонятно, 20% от чего? От полученного урона или от максимального здоровья? Написано, медленно регенерирует процент полученного урона. То есть, ну, наверное, нет. Наверное, все-таки восставший из мертвых интереснее. То есть мы наносим урон и за счет этого хилимся. Я не знаю, сколько еще продержусь, но ты уж продержись. И у нас хватает между делом металлолома на наш торпедный аппарат. И у нас появились торпеды. Все, готово. Так, где же здесь тут была отвертка? Это, по всей видимости, змея. А, нет. Кто это сказал? Змея? Вот это вот подводная. Ну, наверное. Так. Мощный заряд взрывчатки, древние развалины. Что может пойти не так? Торпеда Марк 37. Инициализирует торпедный залп по выбранной зоне. Торпеда поразит цель в начале следующего хода, нанося внушительный урон прямым попаданием, дополнительный урон по всем соседним целям. Тратится одна энергия всего. Перезарядка 10. Расходуемые заряды 6. Интересно, расходуемые заряды восстанавливаются за миссию или 6? Это вообще на всю игру? Нет, но мы в следующей миссии попробуем разбахнуть и посмотрим, восстановятся они или нет. Но, быть может, они и не восстановятся. Чисто логически, откуда они нам могут восстановиться? Мы же на подводной лодке, кто нам новые торпеды принесет? И у нас осталось 10 металлолома. Кстати, здесь мы можем еще разбирать, я на это как-то раньше не обращал внимания. Мы можем разбирать ресурсы, смотрите, плюс медь, плюс химикаты. Плюс один гарпун можно разобрать. В принципе, он нам сейчас уже не нужен, как видите, у нас все товарищи с гарпунами. Давайте я его разберу. Плюс 6 металлолома, отлично. Так, амфетамин, морфий. Кстати, морфий было бы неплохо. Ладно, пускай пока в запасе полежит. Ну все, наверное, хотя нет, давайте я вот один амфетамин разберу. Плюс медь, плюс химикаты. И смотрите, мы можем еще создать, допустим. Мы можем броню создать. Нац уменьшение урона. Но броню мы можем выдать, допустим, вот, командору нашему. Шульцу. Потому что эта же броня займет целый отсек снаряжения. Это не очень хорошо. Не, давайте, наверное, это ничего пока делать не буду. Мало ли, может понадобится потом какой-нибудь финальный бой. Можем отсек улучшить. Тренировочный зал. Ну, тренировать нам уже не надо. У нас есть костяк команды. Можем, кстати, вот этот концертный зал поставить, чтобы восстанавливать мораль за счет припасов. Давайте, наверное, сейчас это сделаю, потому что у нас сейчас... Наша Рэйчел просто в панике. Да, 12 металлолома, 7 меди. Прекрасно. Появилась кнопочка восстановления. А сколько восстанавливает? 15 рассудка за один припас. Ну, припасов у нас хватает. Давайте я ей восстановлю. Даже до максимума ей восстановлю. Потому что у нее есть в навыках как раз вот этот оккультист. Она тратит рассудок на то, чтобы враги атаковали какую-то вражескую цель. И это достаточно неплохо. Ну, в принципе, мы готовы. Честно сказать, я не знаю, будет ли эта миссия финальной. Я смотрел по времени прохождения, по стиму. В принципе, там, если судить по описанию, так сказать, по советам других игроков, то мы подходим к финалу. То есть непонятно, это будет только финальная миссия или здесь еще одна запрятана. Но в любом случае, мы сейчас ищем и останавливаем нашего капитана, который, по всей видимости, задумал что-то неладное. И вполне возможно, что нас в этой миссии даже будет ждать босс. Давайте я, наверное, вот так вот сделаю. Может быть, аптечку одну сделать. Или... Так, морфий у нас не открыт. 15 стоит. Ну нет, это очень дорого. Аптечку. На аптечку нам хватает. 20-26. Здоровье. Но с другой стороны, у нас и командор может лечить. Медикам. И научный наш сотрудник тоже может лечить. Но это лечение такое лечит определенный процент всего урона, полученный за последние два хода. То есть это весьма сомнительный такой урон. Ой, то есть не урон, а сомнительное лечение. Ну смотри, здесь регенерация. То есть мы 12 здоровья восстановим. Аптечки 20-26 здоровья. Давайте я создам одну аптечку. А здесь, соответственно, вместо антибиотика возьму морфий. Здесь у нас тоже морфий. Ну, да, прекрасно. Здесь есть сварочный аппарат. Баб-яга. Ну, в принципе, мы готовы. Давайте начинать. Энергия у нас на максимум. Если что, по кому-нибудь бахнем торпедой. По технологиям. Ну, я, наверное, пока придержу. Быть может, получится нам. Хотя мы можем... А, нет, нам не хватает.
Самообладание, максимальный рассудок. Я про то, что, может быть, сейчас мы уже к финишу подходим. И зря я придерживаю вот эти научные открытия наши. Максимальный рассудок можем всем увеличить нашим подводникам. Но нет, но это не так критично. Это не так критично, не такие большие бонусы. Давайте все-таки придержим и отправимся уже на миссию. Красный прилив. Но я думаю, что это не последняя. Скорее всего, будет еще одна миссия. Изучите советские записи. Ну, давайте изучим. Записи младшего лейтенанта Скрастенша. Все пошло чертям под хвост. Я всего лишь следовал приказу. Я даже не знаю, сколько людей выжило. А бомба, она пропала. А Воронину наплевать. Внутри моего шлема раздаются крики. Я что-то слышал их по... Найдите другую часть записи. Сейчас найдем. Давайте энергию особо жалеть не будем. Так, у нас вот слева и справа. Ну, вправо пока мы пойти не можем. Понятным причинам. Давайте пойдем сюда. Ага. Сразу здесь эта дрянь стоит. Так, мы же далеко от нее стоим? Я боюсь, что не очень. Сейчас она нас взрывом еще заденет. Давайте отойдем. После этого бабахнем. Вот так вот. Лишнего урона нам сейчас получать совершенно не нужно. Нужно максимально осторожно идти. Ну, воздуха, благо, у нас 28 единиц. Есть еще... А есть у нас с собой баллон запасной? Я что-то не... А, нет, есть один, на всякий случай. Да, баллон на всякий случай есть. Но у нас еще вот эта научная сотрудница, Рэйчел. Ну да, вот она так делает. Она иногда выдает кислород соседям, и это прекрасно. Так, ну давай, Кок. Ух ты, металлолом. Нет, по всей видимости, это все-таки не последняя миссия. Вряд ли нам на последней миссии выдавали бы металлолом. Так, Кок. Забирай мякоть. В смысле, слишком далеко. А, плюс мякоть. Еще на одну мутацию хватит. Так, аккуратненько здесь вот подсветим. Здесь ничего нет. Да, зато цели, смотрите, сколько нам подсвечивается. Нам получается куда? Нам получается вот куда-то сюда. Да, давайте сначала вот сюда сходим. Мерзкий звук, когда по этой дряни идешь, хлюпающий. Так, повару, кстати, мы не взяли. Быстрый шаг. Мы... Что это вот такое? Ну, по-моему, просто водоросли. Так, а это что? Это тоже водоросли. Ну ладно, давайте не будем разделять нашу команду. Кучно пойдем. Потихонечку. Еще металлолом, кстати. Мы его, естественно, прикарманим. Уже 20 металлолома. Можем еще что-нибудь отстроить у себя на базе. Можем кое-что снаряжение подготовить. Так, советский кислородный баллон между делом. Но у нас кислорода вроде бы все в порядке, но прям рядом с баллоном. Ну нет, не совсем рядом. Но здесь прям много целей же показывали. Давайте, наверное, не буду спешить. Кислород у нас вроде бы все пока в порядке. Давайте немного аккуратненько сыграем.
Потому что все сейчас у меня уже походили, была возможность просто нарваться на неприятеля без возможности что-либо предпринять. Что такое? Вроде бы ничего. Нам что, куда-то сюда получается, что ли? Так, припасы советские, еще металлолом. Ну нет, кислород я пока трогать не буду. Просто запомним, что он здесь есть, если что, к нему вернемся. Ну давай, свои пушки на боеготовность стань. Мало ли, может, эта дрянь поплывет. Ну, поплыла, но не на нас. Там что-то движется. Ну да. О, 100%. Гарантированно убиваем. Давайте посмотрим, еще какие варианты у нас есть. 42 здоровья, 86. Ну, должен убить. 3 выстрела. Да. Плюс зацепки. Так, ты встань на боеготовность. Сейчас они на нас попрут. Ой, только друг друга бы не выстрелить. Так, я... как-то забаговало, что ли? Или так боеготовность отражается? Эти пунктирные клеточки остались активными. Да, убей вот эту. Да, конечно, пушка бахает, что надо. Кажется, убили. Ну да. Мелкая летит. Ненавижу убивать этих тварей, но оставлять живых еще хуже. Согласен. Так, дротик. Блин, не видит отсюда. Не видит. Ок. Так, а Кок сейчас может всем действия восстановить, кстати. Давайте я, наверное, вот так вот подойду. Убью эту медузу. Блин, не видим. Да чтоб тебя. Ладно, давайте я перезаряжусь. И сейчас мы Коком всем очки действия добавим. Так, а между делом где-то вот здесь. Это нам как же, вот так вот в обход что ли идти? Мы не сюда пошли? Это плохо. Получается, что мы как-то не так пошли, потому что крестик вот где-то здесь. А может быть и сюда. Так, два припаса. Враги где-то здесь. Но только интересно, мы здесь вот сможем дальше пройти или нет? Или это тупик? Ну, похоже, что можем. Надеюсь, я по крайней мере на это. Да, можем мы пройти. Это прекрасно. Ну нет, эта миссия точно не последняя. Значит, будут еще. Что такое, какие-то вазы? Так, плюс кислород, это хорошо. Записи младшего лейтенанта Скрастинша. Радио? Для чего умирающим включать передатчик? Они не должны были умирать, но это не моя вина. Я следовал приказам. Передовая база. Кто бы не услышал это сообщение, отыщите передовую базу. Мы пришли из... Твою мать, здесь кто-то есть. Я должен... Найдите последнюю часть. Где-то здесь последняя часть. Неизвестное существо. Ну как неизвестно? Это товарищ подводник. Ты увидишь его? Ага.
советские ребята. Огней нет, связи нет. Не нравится мне все это. Зомби. Что-то мне не кажется, что они тут с мирными намерениями. Готовьтесь к бою. Окей. 103 здоровья. Неплохо так. Еще и напромахивались. Да хорош, что это за промахи? 0% точность. Ой-ой. Ладно, давайте дротиком добьем. Передавай Сталину привет. Так, а это кто? А это кто ударил? Кто командор ударил? Ну все, 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 отвисай. Командору кто выстрелил? Или кто-то действительно вот из темноты выстрелил? Так. Давайте, знаете как, мы сначала... Нет, сначала ты вот тебе есть разъедающая. Притупляющий. Да, давайте минус броню мы сделаем. 96%, по-моему, было. Нормально. Ну, бей ножом. Да что ты будешь делать? Что за промахи-то? Да неужели? Давайте осмотрим. Получено достижение, война уже не холодная. Получается, советская экспедиция, оказавшаяся здесь раньше, чем Салем, все еще тут? Как будто зверей и чудовищ было мало. Им определенно не было дела до обсуждения переговоров. И Пол Родсон понимает, что причина не в приказах. И не в их любви к проклятым буржуям. Эти люди совершенно обезумели и стали немногим лучше прочих кошмарных порождений этих глубин. Ну да, собственно говоря, нам по записи товарищей рассказывал, что... Все плохо. Так... Ну да, нет, это обычно, это с нейротоксином товарищ стреляет. Перезаряжено. А, они вместе работают, ну здорово. Ах, блин, еще один идет. Да хорош. Ну давайте химик сначала. Сначала дунем химика. Здесь перезарядись. Давай с бабьей жахни. Блин, почти убил. Давай обычным дротиком каким-нибудь. Так. Можно, конечно, оккультиста. Слишком далеко. Слишком далеко. Здесь. Можно подойти и головорезом ударить. Но это очень мало урона будет. Будет мало урона. Можно из гарпуна выстрелить. Шаманом давайте мы их накроем. Может быть промахнуться. Здесь. Это надо впритык подходить. Так, что у нас есть? Обмен среди пустоты. Можно местами поменять. Спокойствие разума. Угу. Шаг в пустоту. Можно телепортировать. Я думал, выделить можно. Ну, блин. Надо же вот так выделять. А ей уже нельзя. Там одну очку действий тратится на это. Ай-яй-яй. Ладно, перезарядись. Терпи, сотрудница. Так, минус очко действия. Промах. Ну, у них минус точность. О, еще в своего попал. А еще в своего. Еще один идет. Хорош, сколько вас там? Блин, вот этот попал.
Ёбы переместить сюда. Давайте опять через шаг. Нет, опять я не так делаю. Надо вот так выбрать. Шаг в пустоту. И куда-нибудь вот сюда ее телепортируем. Да, а ты уже ее подлечишь. Опять слишком далеко. Да, 36 здоровья, неплохо. Так, здесь у нас взрывчаточка есть. Слишком далеко. Да что все слишком далеко, да слишком далеко. Можно, конечно, и капелланом их здесь накрыть. Сколько мне здоровья? 32. Нет, не хватит капеллана. Давайте взрывчаткой. Супер. Так, повар. Отлично. Здесь только вот этот остался. Давайте его добьем. Все. Так, а здесь нужно жизненную силу забрать. Сколько ходов осталось? 3 хода. Мы должны успеть. Кок. Кстати, музыка все еще опасно играет. Аптечка. Ну ладно, давайте на подлодку передадим. Вроде бы все относительно неплохо у нас тут. Будем ли мы вот сюда сейчас заруливать? Задание нас с другой стороны. Ну ладно, давайте посмотрим одним глазком. Ага, тут еще один. Еще один, не дотягиваюсь. Ладно, перезарядим. Ну я надеюсь, это последний. Нет. Ладно, хоть кислород немножко выдали. Здесь же никого нет, правда? Ты так дерзко пошел за этой мякотью. Здесь можем капелланом их жарить. Эту, соответственно, товарища добить гарпуном. Прекрасно. Очень хорошо. Так, ну давай сам, значит, добивай. Все, с этими справились. Эх, столько она здесь воздуха пропустила. Ну давайте одним глазком посмотрим, что у нас здесь. Ага, не просто же так. Ну так, на самом деле, сейчас можно пройти и сюда выйти кислороду и пойти уже в другом направлении за следующим нашим звуковым, так сказать, сообщением. Так, ну насколько мы понимаем, все плохо у советской экспедиции. Немножечко она пострадала. Так, кок. А где кок? И можно сюда вот подойти подлечиться. Да, восстановим 11 здоровья. Мелочь, а приятно. Так, ты перезарядись. Была бы еще вот технология по увеличению боезапаса. Это прям... Я не знаю, я бы сразу исследовал. Но такой технологии нет. Блин, не заметил я его. Я его не заметил. Так, ладно, давай сначала... Так вот мы подлечим на 8 хотя бы. Так, тоже пробую вот эту убить штуку. Замечательно. Кислороду, в принципе, все относительно... Ах ты, еще одна собака. Кислороду все относительно неплохо, но он здесь последний стоит. Как видите, все, нет больше на карте. Сейчас мы еще из советского баллона там подышим. И, в принципе, на максимум, наверное, будет наш кислород. Так, я же не слишком близко подошел. Вроде бы нет. Расстреливай. Красно. Двигаемся вперед. Здесь. Ну, буду надеяться, что в том углу ничего не было важного. Здесь я вроде бы тоже ничего не пропустил. Хотя здесь вот еще можно было пройти. Ну да ладно.
30 воздуха. Тебе сколько не хватает? 13. Ну, а остальных, в принципе, ай-яй, 8 из 9. 8 из 9, это уже серьезно. Ну, давайте в этот закуток тоже маленечко посмотрим, что у нас здесь. Хотя у нас камера... Ой, камера, свет есть. Давайте подсветим. Так. Ну, давайте сходим за советским тайником. Тут и наверх подняться можно. В случае чего у нас еще есть запасной баллон. Так, тут у нас сигнальные шашки и припасы. Сюда, конечно, можно подняться, но нам совершенно в другую сторону. Нам вот сюда... Если я так понимаю, то можно кругом пройти. Так, нет, я, наверное, не пойду туда. Давайте все-таки на крестик пойдем. У нас... Так, почему ты не хочешь идти? Раньше же можно было. И почему ты останавливаешься? Почему она останавливается? Не знаю. Сейчас подышим советского кислородного баллона. Ой, плюс кислород, приятно. Слишком далеко. Ну, поближе подойди. Давайте так. На максимум. Так, и сколько у нас осталось здесь? 17. Ну давайте, остальное командору оставим. А, дрянь это появилась. Еще одна дрянь, да? Да, еще одна дрянь. Но они сейчас не будут ходить, правда? Да, они будут. Ладно. Ой, красота какая. Просто сразу сваншотили одного. Этого, к сожалению, не сваншотили. Из пушки готов. Так, командор, давай глотни кислорода и будем дальше двигаться. Давайте освободим. Ну и прекрасно. Я даже сейчас завершу ход вот так, чтобы они у меня все кучкой были. А то командор у нас какой-то отстающий был. И пошли в эту сторону. Я надеюсь, что... Здесь можешь подсветить. Блин, там металлолом был. И мутная тварь стоит. Ну ладно. Не в металлоломе счастье, как говорится. А то я боюсь, как бы нам кислорода не хватило. Да, мы сейчас вроде неплохо перезарядились. Но у нас всего лишь один баллон остался. И не факт, что там где-то еще будет кислород. А если не будет, то мы банально есть вероятность, что не сможем задание выполнить. А хотя нет, он показывает еще один кислород. Как до такого дошло? Я чудовище, монстр. Ты чего? Нормально это? Жабры, жабры, что ж теперь? У рыбы тоже вон жабры, она ничего не запаривается. И вообще на фоне таких штук, которые мы здесь встречаем, какой же ты монстр? И вполне себе симпатичная. Так, еще один советский баллон. Эх, может быть. Ну, все, не, как говорится, не оглядываемся назад. Оставим. Блин, проявление. Оставим на сдачу этот металлолом мутнотварям. Так. Что осталось? 15. 10. Ну и кок. Все, впитали мы весь кислород отсюда. Давайте двигаться дальше. Угу.
Угу. Ну где-то прямо перед нами. Наше задание. Так, вот это мерзкое. 50-46%, все, не попадем. Мешает всякое на пути. Отсюда? Куда один снаряд полетел? А я тут не заряженный. И здесь не заряженный. Да что ты будешь делать, а? Слушай, я надежда на тебя. А, хотя нет, подожди. Давайте тактический маневр всем накинем. И командир огонь. А ты, соответственно, иди мякоть достань. Да, может быть, не самое эффективное использование такого сильного навыка, но что поделать. Не хотелось здоровье терять. Так, давай вперед за мякотью. У нас 4 штуки уже. В принципе, на 2 мутации даже хватит. Которые стоимостью по 2. А здесь никого нет, кстати. Хотя, может быть, они позже выскочат, когда мы активируем. Они на нас как... Так, это что за звук был страшный? Еще же нет. Блин, что ни говори, но атмосфера, конечно, в игре знатная. И музыка очень сильно это все дополняет. Даже не то, что музыка, а вот сами вот эти звуки. Очень здорово. Плюс медь. Смотри, еще здесь в уголке, может, что-нибудь интересное найдешь. Нет, ничего. Ну, давайте, кучкуемся. Я думаю, что так просто нам этот магнитофон не отдадут. Скорее всего, будет драка за него. Еще плюс медь. Так, ты прям подойди вплотную. И давайте подождем. На следующий ход, чтобы ходы у всех были. Активируем. Записи младшего лейтенанта Скрастинша. Я что, схожу с ума? То, что мне пришлось увидеть, преследующие нас существа. Они забрали Владимира, и я, клянусь, слышал их смех, но голос был моим, и... Нет, я не сдамся. Оставляю координаты передовой базы. Найдите ее, кем бы вы ни были, и найдите оружие, пока не случилось нечто ужасное. Я бы и сам это сделал, но меня зовет долг. Нужно убить Воронина и отомстить за командира. Да. Советский подводник. Эвакуируйтесь по готовности. Ну, слушайте, надо отомстить за командира. Мне как-то советского этого командира прям жалко. Такой он был. Выполнял долг. А Воронин был не очень, прям скажем. Засланный казачок какой-то был. Эх, надо было сначала каким-нибудь дротиком, что ли, пульнуть. Давайте вот этот навык накинем. Никогда им, правда, не пользовался до этого. Так, здесь у нас что есть? У нас капеллан. Здесь по двоим попадем. Можем, конечно, вот этого товарища убить. Можем попробовать вот этого убить. Но не вышло. Значит, получаем по голове в ответ. У них есть гарпуны или в ближний бой пошли? Ничего себе! Это ты как сделал? Блин, Кок, живи. Ой, как больно. Это прям больно. Так. Давайте проведение сделаем. Один удар впитаем. И одного ножичком пырнем. Здесь надо вот этого товарища добить. У-ху-ху. Ладно, тогда сюда. Тогда так. Здесь попадешь? Блин, 62%. Супер. Плюс одно очко действия. Подождите, а это за что у нее такой навык? Странно. А что, очко 10 получил?
75. Ну давай, 75% пробуй. В свою попал, нормально. Так, здесь весь урон впитался. Здесь давайте ее подлечим. Куда-нибудь вот сюда вот подойди. Давайте 20. Ага, можно еще выбрать, что убрать. А, ну давай так вот уберем. И ты лечи. Угу, два раза нельзя, окей. Так, здесь. Давай тоже проведение бахнем. И ножом пыряй. Сейчас попадешь. Ой, беда. Ладно, заканчивай ход. Хорошо, хоть промахнулся. Ух, все. Ну-ка. Ой-ой, можно подводника съесть, что это даст? 10 здоровья всего лишь. Ладно, и перк каннибал, по всей видимости. Хотя вряд ли это уже люди. Иди. Отлично. Науки аж 76 нашли. Ничего себе. Неплохо. В принципе, без особых потерь здоровье чуть-чуть потеряли. Так, исследуйте советскую базу и найти и остановить капитана. Исследуйте советскую базу. А это где? Советский тайник еще у нас есть один. Ну нет, это еще совсем не конец. Следует советскую базу. Я, может быть, что... А, вот она, советский лагерь. Ага, нет, советский лагерь, естественно, надо исследовать. Ну ладно, это еще далеко не конец. Не то чтобы далеко, но точно не конец. Давайте посмотрим, что можем мы по науке изучить. Так, плюс 3 брони. Влияет на всех подводников. Хорошо, более живучими будем. Всех группнов появляется шанс на автоматическую перезарядку после стрельбы. Вот это круто. Я вот это, наверное, возьму. Очень много мы тратим времени на перезарядку гарпунов. Да. Я возьму. Получено достижение вооружены до зубов. Прекрасно. Еще 46 науки у нас, соответственно, осталось. И 4 мякоти у нас есть. Можем мутировать, соответственно, кого-нибудь из них два раза. Ну, давайте сначала Рэйчел. Принять. Психическая сила. База урон в ближнем бою увеличивается на 5 за каждые 5 единиц. И касание пустоты. Восстанавливает пункты действия после приступа безумия. Дает еще один дополнительный пункт действия. Помимо этого уменьшает штраф по максимальному рассудку после будущих приступов безумия. Минус 2. Касание пустоты. Но это надо ее прям до безумия доводить. С другой стороны, до безумия довести можно. Вот постоянно используя. Давайте я касание пустоты возьму. Рассудок, да, у него будет уменьшаться, конечно, но это уже у нас финал партии. У него есть навык наваждения, так сказать, на врага, чтобы его все атаковали за счет рассудка. Давайте я касание пустоты возьму. Восстанавливает пункты действия после приступа безумия и дает еще один дополнительный пункт действия. Это может быть интересно. И давайте, ну давайте ее тоже вот. Так, у тебя чего? Резонанс. Плюс 30 навык, шанс критуда. Ох ты ж. Ой-ой-ой, плюс 30 шанс крита. Это очень круто. Шанс крита, это прям очень-очень. Так, и что-то мы можем еще построить, к слову. Каюта. Плюс 8 здоровья после миссии восстанавливается. Анализатор. Усиление сигнала сонара также будет подсвечивать находящиеся ресурсы. Приятно. Ресурсы на повышение уровня, но они у нас так максимальные. 8 металлолома, 35 зацепок на воскрешение. Не, ну воскрешение нам пока не надо. Конечно, если убьют, то можно будет и построить. Анализатор вот неплохо смотрится. Давайте я возьму анализатор. Чтобы у нас была возможность. Еще и ресурсы подсвечивались у нас, когда мы, соответственно, запускаем этот усиление сигнала. Давайте посмотрим, может быть, что-нибудь создать.
Можем изучить. Можем турель изучить. Турель вообще бодро звучит. Или морфий, эпинефрин. А что будет нам эпинефрин давать? Мы его вообще, по-моему, не находили. Есть морфий, амфетамин, эпинефрин. Блин, эпинефрин, наверное, здоровье много будет останавливать. Или там, не знаю, какое-то состояние берсерка, еще взрывчатка он есть. Турель. Хотя мы можем и то изучить. Давайте я эпинефрин все-таки изучу. Так. Сбрасывать для подводника перезарядку всех навыков. Может быть использован других подводников. Всех навыков. Один пункт действия. Ну ладно, пусть будет один. Давайте я, наверное, вместо... Да, давайте тогда антипсихотик я уберу, а поставлю эпинефрин ей. В принципе, неплохо. Это вот всякие вот такие вот навыки. Там медики, капелланы, взрывчатка. В принципе, может и помочь. Турель. Цербер. Давайте я тоже исследую. И построим один цербер. Да, трехзарядный. Может тоже нам пригодится, когда кто-нибудь очень жесткий пойдет на нас. Мы, соответственно, этот цербер бахнем. Но я пока его с собой сейчас на миссию брать не буду. Пускай он пока дом полежит. Лечиться, наверное, мы сейчас тоже не будем. Ну, давайте тогда... Ну, что? Я думал, честно сказать, что это последняя серия, но это не последняя. Вот у нас еще, как минимум, советский лагерь. Обязательно сходим. Советский тайник. Там может быть супероружие. Может быть, за кадром я туда схожу. Вот это у нас сюжетное задание. И, возможно, что еще здесь одно будет задание. То есть, серии 3, может быть, у нас еще будет. Ну, да ладно. Сейчас давайте прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это все очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.